Так. Флорен, запас закончился. Ну что ж, Экспрэш у нас начинает в обороне. И теперь эссенсам надо сразу же навязывать просто свою игру своему сопернику на этой карте. Втроем уходят под позиции длины. Там под аплинтом будут держать оборону бойцы команды Экспрэш. Это Кюза, 0.23 и Фитоняк. От джампера, кстати, уже залетает опенфраг на Лео. Неплохо выход на коннектор. Кома снимает голову Кюза. И здесь же еще выход от Стамфорда на мид, если пойдет аркада от команды Экспрэш. Там явно не сдобровать. Но 0.23 пока что обороняет аплейнт и стоит здесь до последнего. Но джампер приходит, моментально сбивает его с ног. 4 в 2 ситуация. Фитоняк также выходит на аркаду ланга. Есть информация по льву, но джампер ставит еще и хедшот на поутика. Остался один фитоняк против четверых. Ну, смотрим. И, понимаю, теперь тоже есть информация. Но его просто идут давить с двух сторон. Первый пошел, второй пошел. Здорово, здорово! Там еще два очень битых игрока. Нулевая, не знаю, прочек, не прочек. Лев должен вообще как стена там стоять за этой преградой. Тебе-то выходить даже никуда не надо. Встаньте вы просто на перекрестный огонь. Что ж вы делаете? Боже мой, 13-11 хп. Давай, давай, сливай раунд. Почему бы и ноу? Отлично! 1-4! Ну, бомбу не успеет разминировать. Да какая разница? Если мы вчетвером против одного сливаем раунды, и мы играем в легендарном дивизионе, мы, мать его, лучшая команда! Как же горит мое седалище, товарищи, если бы вы знали. Не бомби, Герман, но... Да и... Как? Ну, не, ну, в смысле? Ну, вы встаньте, ну, на перекрестный огонь. Ну, зачем первый вылазит пикать, второй его не допикивает? Ну, блин, ну, вот все. Он выходит на одного, второй его просто в спину убивает, но... This is элементарно, по-моему, нет? Ребят, научите, пожалуйста, как вы это делаете просто. Я сколько не пытался там Германа как-то поджечь, у меня никогда это не получалось. У вас просто по щелчку это выходит. Ну, Паутик остался один, ладно, в этот раз такого фиаско не было для команды Essence. И это 2-0, еще одно табло Essence сейчас ведут. И как-то подрасслабились Экспрэш, но мы выбываем сейчас в лобби в наше замечательное. И что у нас там? Лагает, да? Найс, пишет Лео. Ну, поехали. Герман, ты на стуле улетел уже, все в космос или как? Да, стратосфер полетаю. Понятно. Ну ладно, держи в курсе, где ты там находишься, что видишь. Ну а мы с вами выходим все-таки на третий раунд уже встречи команды Экспрэш против Эссенсов. И здесь сразу же у нас аркада в исполнении Фитоняха. Ой-ой-ой, по нему, по ходу дела, информации вообще никакой не имеется. Кома тем временем пытается принимать коннектор. Ну а здесь выход еще и на мидл. Стамфорд материально, хотел сказать. Моментально потерял весь свой хелс. Баркома пытается зажать своего соперника. Ладно, ему это удается. Но тем временем есть информация, то, что в районе ланга отыгрывает трое игроков команды Essence. Джампер один сейчас в районе Зиги. Но тем не менее, ну что он там сделает один? Давайте будем откровенны. Нужна хелпа, там двое игроков играют закрывающих. Джампер засел. Просто засел в районе Зиги. Кома, я думаю, к нему должен подтягиваться или выходить через мид сейчас на аплейнт. Ну, что-то как-то непонятно сидят, чего они хотят дождаться. Сейчас дождутся аркады от Лео. Да, именно так и проходит, но Лео сбивает 20 хп. А Коме? Да, ну и ситуация-то по-прежнему неплохая для команды Essence.
Ты считаешь, что ты неплохой? Нет, ну, мы видели минус 3 с 5 хп. Так-то недавно. Ну вот сейчас, если бы по леву залетел бы хедшот, там уже 1 в 1. И кто знает, там бог рандома, он все видит. Но пока 2-1. Первый раунд все-таки в обороне берут команды X-Fresh. Да, я, ребятки, я извиняюсь перед чатиком YouTube и ВКонтакте, что-то меня реально... Ну, бомбануло, ну, ребятки. Команда мне просто не безразлична, там очень хорошие люди играют. Да, я понимаю, что это должен делать в личной форме, да, так скажем, с ними разговаривать. Но то, что я сделал это на стриме, это, конечно, да, меня хорошо не делает. Я еще раз перед вами извиняюсь, но продолжаем смотреть дальше. У нас, походу, сплит под бета. Сенсов ожидается, Кинглев забирает сразу же. И 0.23-го паутик будет сейчас у нас встречать своего оппонента непосредственно с планта Б. Сюда подтягивается Фитанях уже. А вот Фитанях должен разменивать джампера. Есть минус, но это первый минус только для команды X-Fresh. И пока еще преимущество Эссенса. Но здесь же Кьюза выходит у нас все-таки под позиции бомбсайта. Есть минус от Кьюзы. Фитанях также разбирает Стамфорда. Остается Кинглев в районе Б-сайта. Есть минус на Кьюза, но здесь же еще вылетает. Паутик Кинглев! Что ты сделал? Снято просто, браво! Браво, браво, браво! Довольно неплохо сейчас отыграли. Это третий раунд в активе команды Эссенса. Счет-то на табло 3-1. Ну что? Эссенс, неужели просыпаются все-таки в этом противостоянии? Пока ведут в атаке, причем, да, действительно, ключевое слово это атака. Ведут в два раунда, но по-хорошему, если заберут еще двоечку, тогда настроение перед сменой сторон будет прям шикарное. Ну что же, Лев. Лев вместе с Джампером Хастом с пирамиды попытается там найти все-таки какой-то минус. Вот у Фитаняхи большие проблемы в коннекторе, получает хаешку, Джампер. Стреляется здесь на длине с Кьюзой. Ком в это время забирает Фитаньяк. Кинглев забирает также еще и лево. И только Кьюза может здесь что-то придумать. Но и Паутик приходит на подхват. 0.23 забирает Стэнфорда на Б. Но здесь один Паутик. Зря пошел выжимать. Но тем не менее один размен он сделал. Даже минус 2 от него в этом раунде. И Кинглев против 0.23. Ну что ж, ставится уже фугас, а 0.23 ты находится в районе коннектора, 62 хп остается у Льва, ну и в соответствии сейчас ему приведется играть, ой, как неудобно, ну ладно, выходит все-таки 0.23, не потеряв ни 1% здоровья, забирает своего соперника, и это второй раунд в активе команды X-Fresh, счет на табло 3-2, и если сейчас эссенсы вновь не забирают раунд к себе в актив, то это будет уже паритет. Так, ну что? Один раунд. Один раунд у X-Fresh для того, чтобы достичь своего оппонента по количеству раундов. Вот Фитаньях забирает первого, Кьюза забирает второго. Но опять же, выход под коннектор был в исполнении эссенсов, но без какой-либо поддержки от длины. Длина, я все-таки так понимаю, тоже упала в первые секунды. Фитаньях, Аркада, Хаст его разменивает. Но у Хаста еще на радаре три соперника, и сразу же, которого он находит, это Кьюза. И Кьюза сравнивает счет по раундам. 3-3. Так, давайте камеру наверх, посмотрим на выход в лобби. Что такое, ребят? Почему мы так часто ливаем? У меня такое ощущение, что мы уже исчерпали лимит выходов. Ты не видел ничего там в чате, ребята, не писали? Нет, к сожалению, не заметил. Так, ну, самое время, мне кажется, поприветствовать вновь наших дорогих, любимых зрителей. Ребята, всем еще раз привет, кто только недавно к нам присоединился. Привет также огромный тем, кто с нами с самого начала и до самого конца. У нас сегодня три, вот, ну, реально очень хороших матча. Вот от эссенсов жду победы на второй, ну, а там на третий, ну, сами уже решат между собой. Не хочется, чтобы было две карты между этими командами. Я считаю, что эссенсы могут вполне себе хотя бы одну карту здесь забрать. Они должны приложить очень огромные усилия. Но X-Fresh, не будем забывать, ну, нереально хороши тоже на этой карте. И вот это действие индивидуальное от Паутика, от Кьюзы, от Фитаняхи. Да, вот очень сильный стак подобрал своих X-Fresh. И они вполне себе также и эту карту тоже могут забрать. Но тогда они выиграют 2-0. И мы с вами здесь три карты не увидим. Напомню, что после этого матча у нас центральный матч дня. Это Vivictus против команды Uprising. Ну вот, по Uprising, да, я так скажем, небольшой коммент скажу. Чуть-чуть забегая вперед. Все-таки Uprising лишились у нас Липтона. Статус очень сильной команды. Как по мне, они потеряли после этого.
и просто остаются сильные команды. Все-таки Липтон игрок, который мог решать очень много индивидуально. Но, тем не менее, игрок ушел. К нему скоро на замену придет другой игрок. Все мы его прекрасно знаем, но пока не буду говорить, кто это. Но, возможно, кто-то уже и знает. Да, большинство уже знает, но, тем не менее, пока официальной новости вроде как нету. В составе его вроде нету, поэтому говорить не будем. Так что второй матч, дорогие друзья, это матч дня, и обязательно всем рекомендую там находиться. Ну а мы с вами прогружаемся на продолжение первой половины второй карты противостояния команды SNS против X-Fresh. Выход на мид. Джампер играет очень агрессивно под этой позицией, но здесь его будет принимать Фитоняк. Но Джампер разбирается с ним без какого-либо труда. 38% здоровья остается. Откид ХАЕ под позицией Аплента. Выход на песке, а здесь 0.23 будет его принимать. Нет информации пока что по Джамперу. Джампер очень много работы делает сейчас для своей команды. Просто нашел open фраг, нарейдил еще также 0.23. Здесь Хаст, ой-ой-ой, от Хаста минус, но Джампер выходит также через мидл, забирает Лео, 0.23 и Поутик вдвоем против пятерых. Бомба была установлена. Так, 0.23 остается в соло против пятерых игроков, но там такой хелсбар вообще прям, ну, вот реально, да, где-то вот чуть-чуть в стрельбе не хватило команде X-Fresh в этом раунде. Но Essence молодцы, они вообще никого не потеряли. Да, возможно, сейчас одного-двух еще и потеряют, но в целом это не меняет полной картины. Здесь постоянно префайрит 0.23, не дают ему выйти. Ну, а понимает, что еще Стэнфорд в спине, но вот первого находит, там еще и Стэнфорда, может, найдет. Нет, Стэнфорд убегает. Стэнфорд, беги! Ну и да, Стэнфорд тоже все-таки не остается живым в этом раунде. И это 4-3. Отлично, вновь вырываются вперед эссенсы, но это преимущество одного раунда. Все мы с вами знаем то, что порой это преимущество решает очень многое, но порой его легко раздавить, просто хлопнуть достаточно и все, нету этого преимущества. Ну и будет ли четверка для команды X-Fresh или все-таки пятый раунд в активе команды Essence? Играется идентичный раунд, Джампер принимает решение играть агрессивно под мид, и у него вновь это получается, принимает Лео. Есть информация по Фитоняку, Фитоняк идет выжимать своего соперника, но здесь не вовремя Джампер достает ХАИ. Есть минус, отлично, размен находят моментально бойцы команды X-Fresh. Фитонях даблкил, минус также на кома. И теперь ситуация 4-3, но в преимуществе по игрокам для X-Fresh. Так, ну что, пока преимущество одного игрока у команды X-Fresh. Ну что ж, посмотрим сверху, как контролит карта обороны у нас. Сейчас Фитонях вместе с Кизой на А Планту, один на перебежке, точнее, к пескам ближе, это Фитоняк. Путь также на Зиге. 0.23 забирает на боковой Хаст. И вот Стэнфорд с Кинклеф остаются вдвоем. Не знаю, Стэнфорд должен контролить спину, потому что 0.23 вероятно пойдет. Да, кстати, он идет уже в спину. Кюза забирает Кинклеф. И да, в спине у Стэнфорда уже 0.23 имеется. Ну, очень похоже на то, что все-таки 4-4 мы сейчас с вами увидим. Фитоняк идет и забирает Стэнфорда, да. Паритет на табло вновь и последний раунд первой половины. Но эта пятерочка нужна сейчас кровь из носу команде Essence. Ребята обязаны на первой половине добывать преимущество с учетом того, что они проиграли первую карту. Сейчас надо как можно дальше отрываться от своего соперника и не позволять ему вообще обрабатывать информацию. 0.23 принимает выход на Зигу. От Полтика есть минус на Джампера. Кома моментальный размен, и все-таки выход на Б-сайт уже удается. Тем временем здесь на хелпу подтягивается Полтик. Нарейдил неплохо Хаста. Здесь же и Фитонях. Минус на Хаста. Хаст успел откинуть хаешку и с этой хаешки сбирает Полтик. Но ситуация это уже 3 в 2. По льву также залетает дамаг. И ставить пока что фугас эссенсы не торопятся. Так, ну и да. Первая половина все-таки за командой X-Fresh у нас уходит. Но в атаке неплохо, на самом деле, эссенсы сейчас смотрелись. Да, правда, в какой-то момент они потеряли нить игры. Но на смене сторон, конечно, ребята уже, по сути, не имеют права на ошибку. Надо стараться забирать в обороне как можно больше раундов. Ну, соответственно, все 5 надо забрать, что уж тут говорить. Точнее, не 5, а 6. Ну, а команда X-Fresh за счет своей, наверное, какой-то аркадного, за счет своего аркадного стиля игры будут пытаться на первых таймингах же навязать борьбу своим соперникам. Сразу контроль мида будет, я больше чем уверен. Сразу будет выход по длину, выход на коннектор, причем в очень агрессивных тонах, я более чем уверен. Но, опять же, могу ошибаться, но тем не менее, так всегда играли X-Fresh до этого момента. Ну да, и в принципе у них очень, так сказать, любимый плейнт, это А-плейнт, ребята постоянно туда ходят, там разводить удобно,
ставишь фугас под лонг, можно перебегать из коннектора, накаляя ситуацию, и потом с коннектора уходить опять же на длину. В принципе, это занимает минимальное количество времени. Но и сейчас посмотрим, прав ли Герман, пойдут ли ребята сразу же аркадить эти позиции. Да, есть выход на мидл, также занимается потихоньку у нас Зига, но четверо игроков команды X-Fresh находятся именно под этой позицией. Летят хаешки на мид, но там Фитонях находит минус на джампера. Здесь же закрывает Хаст, ой, хороший прием от Хаста, но тем не менее Фитоняха пропустил. И сейчас может поиметь огромные проблемы. Так, ну что, есть еще минус от Кьюзы по Стэнфорду. Неплохо, но вот Кома. Кома закрывает все-таки лево. Но там уже Кьюза готов, в принципе, ставить бомбу на АБ, но его... Нет, все-таки 0.23 поставил. Лев. Перестрелка. 0.23 забирает Кому. Ну и теперь есть по секрет-руму информации. Лев здесь вряд ли уйдет. Да, и Кьюза находит минус. Это шестой раунд для ребят из X-Fresh. Довольно бодро, очень нагло выступили сейчас бойцы команды X-Fresh. Их закидывали гранатами, они под эти гранаты заходили, постоянно принимали своих соперников и выбивали из них весь хелсбар. Стэнфорд, есть хэдшот налево, отличный open фраг, хорошее начало сейчас для команды Essence. Но здесь вектор атаки, позиция аплента. Кинглев закрывается сейчас в тупике, по нему нет информации, он может раздамажить Кьюза, у него так и происходит. Но там же падает информация к 0.23, и 0.23 моментально стягивается с длины сейчас. Ему нужен саппорт. Так, ну и давайте смотреть. Паутик готовы ходить вместе с Фитоняхом под Б. Да, и Хас здесь, конечно же, не был готов к этому выходу. Фитонях забирает еще и джампера. Теперь Б-плент полностью пустой. И самый ближайший к этой позиции только Стэнфорд. Да, но и Кома выходит на верхние пески. Будет пытаться закрывать аркаду. Секрет рум, наверное, будет в дальнейшем заниматься. Но Фитонях делает трипл килл. 0.23 забирается на перемычке. Также еще Кинглев. Ну и Фитоняк делает еще один минус. Минус Кома. И это 7-4. Ну вот, собственно, о чем я и говорил, то что один раунд порой решает многое, порой решает ничего. Сейчас бойцы команды X-Fresh, имея один раунд преимущества, уже выходит в три раунда преимущества от своего соперника, и догонять их становится намного сложнее. Кинглев закрывает выход на лонг, есть по нему уже информация, Кьюза просто летит вперед, но и здесь сбривает же Кома моментально. Хаешки под него залетают, 39% хелсбара остается, Кинглев по-прежнему ведет перестрелку из длиной с коннектором, Хас закидывает хаешку под 0.23, Хас даблкил, неплохо, ситуация это сейчас 4 в 3, и для команды X-Fresh явно не самая удобная. Так, ну ладно, сейчас, тем не менее, есть еще шансовый сенс. Да, хелсбар, конечно, крайне мал, но вот почему кто-то из команды X-Fresh не идет ставить бомбу? Вроде Лео как раз-таки с пирамиды контролит выход на плент, и вот сейчас как раз-таки, да, Фитонях отправляется на установку бомбы. Ну и Хас пойдет со спины. Подмост проходит, дальше выход, скорее всего, будет под пирамиду от него. Ну и да, вместе со Стэнфордом пойдут и... Лево, а Лево ждет, а Лево сидит и ждет своих оппонентов. Они сейчас просто пробегут мимо него. Стэнфорд погибает, здесь же еще и Хаст. Хаст откидывает гранату. Джампер размен по Фитоняхе, кстати, неплохо. Здесь Лево может погибнуть. Но нет, Лево делает минус, а в это время джампер будет дефьюзить бомбу. Но нет, там Лево. От Лео трипл килл. Очень хорошо сейчас отыграл на закрытии длины. Молодцом. И это восьмой раунд в активе команды X-Fresh. Четыре раунда преимущества сейчас у них имеется. Ребята вполне чувствуют себя комфортно. И сейчас они вновь меняют свою тактику. Это не будет выход под аплент. Они направляются под позиции Б-сайта. Хаст попытается сыграть на сейф. Да, у него 100% хелсбара. Да, закидывает сейчас гранатами своих соперников. Но там же выходят уже и через мидл. И его, соответственно, закрывают в руме. Бомба была установлена. Да, все печально, все очень печально, и это матчпоинты. Матчпоинты, и их целых 5. Ни одного раунда пока что в обороне команда Essence взять не может. Ну и здесь, по сути, как говорится, да, в Mortal Kombat, финиш хим. Но, походу, сейчас это и светит. Кьюза сразу же на ланге вырубает Кинглев. Стэнфорд делает размен, но там уже с коннектора выходит Фитонях. И его бодрая дружина будет аплент заниматься. И сейчас только смока не хватает на перемычку. Да, вот этот смок уже кладется и устанавливается бомба игроком команды X-Fresh. Джампер находит в коннектор размен по Фитоняхе. Но вот сейчас, в принципе, сыграть можно. Хас вырубает на дне Лео. И 0.23 остается... Точнее, Паутик уже остается в соло. Нет, 0.23, все правильно, Паутика закрыли. Да, да, да. 0.23 остается в соло.
Ну и здесь же выход от Стамфорда. Все прекрасно понимает, где находится 0.23. Джампер идет на аркаду. Ой-ой-ой-ой-ой. Но джампер был просто недалек от провала сейчас в этой аркаде. Но, опять же, для команды Essence еще не все кончено в этой карте. Пятый раунд они забирают все-таки свой актив. 9-5 счет на табло загорается. И 4 раунда надо бы отыгрывать у своего соперника. Если сейчас бойцы команды X-Rash не будут допускать ошибок, что это очень сложно сделать. Всегда вы допустите ошибку, хоть и минимально, то могут Essence справиться, но, опять же, это пока что для нас загадка. Так, ну что, один матчпоинт отыгран. Хватит ли еще команды Essence на несколько раундов, возможно, даже на все 4, чтобы перевести игру в овертайме, но... Посмотрим, желаем, конечно же, в этом удачи, но команда X-Rash очень сильно по карте растягивается, добывает всю информацию по своему сопернику. Ну и, как видим... Решение-то принято больше в пользу Бэтланта, и сейчас Джампер вместе с Кинглев будут принимать позицию. Кинглев уже погибает, у Джампера 13 хп, я думаю, долго он здесь не протянет. И к нему сейчас уже будет выход, но Джампер есть минус, кстати, неплохо, но размен не заставляет себя долго ждать. Это 4 в 2, но смотри, какой хелсбар у их соперника. Тиммейты неплохо постарались, подготовили почву своим тиммейтам, это Каста и Ком. Ну и в соответствии выход сейчас будет через позиции Песков от Каста и Кома. Ком вылетает с префайра, моментально ставит хедшот на Поутика, но здесь же Лео, недолго думая, ставит две головы, собирает головореза, и это также 10-й раунд в активе команды X-Fresh. 10-5 счет на табло, и вторая карта у них в копилке. Так, ну что, ставки 10-5 на X-Fresh. Анимейер первая поставила ВКонтакте. А на Ютубе 10-5 на X-Fresh. Первый был Джек РРРРРРР. Поэтому Джек, также напиши мне плюс скрину счетной записи в Ютубе. И мы с вами выходим на небольшую музыкальную паузу, дорогие друзья, после которой мы вернемся на центральный матч дня Playing против Uprising. Ой-ой-ой, выявитесь против Uprising, прошу прощения. Да, конечно же, ну и... Совсем скоро услышимся. Наливайте чай и подходите обратно.